лишь легкий дизайнерский красок. Чуть менее массивные бамперы, задние фонари из хромового оклада, замена решетки в форме акулей пасти, решетка радиатора с тонкой штриховкой, в простонародье прозвали китовый уз. Это все заслуга Льва Еремеева, главного дизайнера автомобиля Volvo CX21. Он всего лишь чуть-чуть изменил бампера, эмблемы и решетку радиатора и выдал автомобиль. Субтитры сделал DimaTorzok.